нашей семье несколько поколений офицеров. Мой отец, мой дед, мой прадед, их братья и племянники по окончанию военных училищ получали назначение в те или иные точки тогда Советского Союза, а иногда сопредельных государств. Там они служили, создавали семьи, заводили детей. Поэтому у нас очень много близких людей в разных частях большой страны. 31 декабря для нас большой коммуникационный день. Мы связываемся с друг другом, говорим теплые слова и самые душевные пожелания. Любопытно, что представители разных поколений используют для этого разные средства. Моя 84-летняя бабушка до сих пор отправляет телеграммы. Мои родители со своими сверстниками созваниваются. Мы с моими кузинами и кузенами общаемся при помощи социальных сетей. И что важно и отрадно для меня, в этом году моя дочь-первоклассница впервые самостоятельно отправит открытки нашим родственникам в страны ближнего и дальнего зарубежья. Это новая традиция нашей семьи.